Опять мы в прямом эфире. Привет. Это мы приехали на зону С, сектор нашей команды Вовы Файнермана и Антона Хохлова, сектор С23. Вот это вот дорога, по которой едут машины. Вот машина наша стоит. Вот наш Вова Файнерман. Вова, ты доволен сектором? Давай что-нибудь легенькое, можно на плечо что-нибудь взять, чтобы легенькое на плечо что-нибудь есть такое? Катушки. Окей, чтобы пустым не ходить. Посмотрите, в каком лесу находятся сектора и сколько переть от машины до сектора. Блин, в таком, прям как в тайге. Вот я вижу, что эти прикормку в одно место все подготовили. Я имею в виду, порубали тут немножко лес, расчистили. Так, заходить в ринг, естественно, до 10:30 нельзя. Поэтому все оборудование оставляется на линии. Но мне кажется, здесь можно бросать. То есть, как бы я имею в виду, ну, с точки зрения заброса. Без проблем. Он, конечно, не надо не ставить помост, ничего не надо. Все отлично. Да, получается, что здесь помост не нужен. Вот такой вот ринг огороженный. Ну, я бы сказал, что здесь намного... Ты говоришь, что в прошлый раз здесь стояли румыны, и, в принципе, был неплохой результат на этом секторе. Скажем так, что... Олеж, не лезь туда, если кто-то увидит, будут неприятности. Я же в эфире. Заходить да? Можно, конечно. Да? Ну, давайте тогда, раз можно заходить, зайдем. Ну, здесь пока намного больше, чем 20 метров. В длину и в ширину... Не, ну, в ширину может быть 20. Да, там стоит тропа где-то в воде. Она дает, показывает ограничение по правой стороне. Но я, честно говоря, ее еще и увидеть надо, блин. А, вон буйки. Да, вот теперь я вижу буйки на противоположной стороне. Не знаю, видно ли их вам. С той стороны стоит он оранжевый буйок, а левее стоит белый буйок. Я так понимаю, тот белый буйок, это, наверное, ограничение следующей команде. А наша, вон там вот оранжевый. Правильно я понимаю? Да, в принципе, здесь есть место более-менее нормальное, ну так, на палатку. Проблема тут только в том, что если бегать здесь, можно навернуться конкретно. Да все глина. Вот Тоха. Тренер, ну что скажешь? Я доволен как бы. Может... Жеребьевка хорошая, в принципе. Ну, плохих секторов я никогда не таскал. Поэтому будем надеяться, что отработаем, будет все нормально. Интересно, а у вас на дереве почему-то красный крест? Лучше аптечка зарыта? Нет, видишь, пешеходная дорожка. Маслюль. Как у нас туристические, ребята здесь с рюкзаками ходят. Понял. Туристический маршрут. А я думал, что это крест поставили. Нет. Аптечку зарыли. Вован, мы на этой линии будем ставить прикормку. Я ставлю. Мы на чем уже ротпод собирали. Давай, собирай, не хочу лопить. Собирай палатку, ротпод. Лучше палатку. Да палатку вообще потом можете поставить. Чего вам нервничать? Это стул Игорька. Персональный, на нем не сидеть. Только Игорь. Ну-ка, вот мат собирать надо и палатку. Все, я заканчиваю эфир для того, чтобы сделать, может быть, пару фотографий. Всем спасибо.